Алоха, с вами Энистар, и сегодня я снимаю новый влог для вас. Сегодня день выступления, у нас сольный концерт с биг-бендом, еще плюс мы выступаем ансамблем саксофонов, вокалисты выступают, ансамбль вокалистов. В общем, сегодня все будет очень весело, и программа обещает быть крутой и классной. Я уже пошла и купила себе новую SD-карту, потому что у меня не хватает места. Трижды, там, типа, я уже заплетала мама косички, хвостики, там. Как, давай пять. Какая книжка кликов? Опа. Ванила? Нет. Что ты сказал? Я не знаю. Меня не интересует. Что ты сказал? Назар, что ты сказал? Как дела? Как настроение? Потрясающие дела. Я теперь зовут Ванила, запомню. Ребят стараются. Ребятельник. Вован. Тащит. Ходит. Думает. Вова думает. А Драда ему в этом помогает. Лена, как настроение? Супер. Она переодеться вообще было. Лена, посмотри. Какой у нее майк красивый. Мне нравится. Вы вообще сегодня все красивые. Мы сегодня все красивые. Начнем вот так, с этого. Ты видишь, слава богу, на среди все, народа. На все, что падает свет, это наше владение. Класс. Кость, скажи привет. Кому камере, я же вообще... Не, подписчикам. Не, не, Костя. Привет. Вот, смотрю на Васю и на его реакцию, когда я снимаю. Он сидит и ничего мне не говорит. Сидим на сцене. Когда я буду переворачивать ноты, я не решаю. Лена решает что-то по поводу Юпитера. Дарина сидит. Даня там что-то делает, Миша что-то ходит. Что-то. Что-то непонятно, что. Даня. Я просто не заметила. Как настроена концерт? Хорошо. В общем, да, мы уже скоро совсем будет саундчек. Мы все еще думаем, что он будет. Ну, да, мы надеемся. Он, конечно, будет. Мы шутим. Вот. Настрой хороший на концерт? У меня, да, конечно, у меня тоже. Как я уже сказала, я сдала все зачеты, поэтому мне можно уже не волноваться. Все будет хорошо. И, кстати, Лена, как тебе вот этот вот снег имитированный? Издалека он реально вообще, кажется, да, симпатично, кстати. Я придумала, как я украшу квартиру в Новый год. Хоть где-то есть снег. На самом деле я рада, что у нас потеплело очень сильно. Лена, тебе нравится сейчас погода? Нет. Я хочу снег. А что там, Лена? Одна я не хочу снег. Кто это так одевать под штаны? Блин, где зима? Ради снега. Я хочу снег. У меня в голове весна, везде весна, так еще показала, отлично. Помните, Лена, это лучше, чем... А ну, возьми так. Холода без снега. Дарим. Костя, что за комментарий? Костя комментарии пускает. Да, Костя? Я могу комментатор. Для вас меня выглядит черные глаза, люди умерли. Классно. Лена, классно? Супер, просто. Он просто мне поет, поэтому я уже сижу, думаю, ой, пряток. Супер. Кайфую. Что? Да. Господи. Как впечатление? У меня хорошее, а у тебя? Пока еще, конечно, я жду концерт, да. Все еще, да. Но а так-то, в принципе, все хорошо. А я еще даже саундчек жду. А, ты знаешь, я тоже. А я думаю, что мы здесь? Вот, знаешь, я не могла понять. Я как бы не говорила, мы все еще в ожидании, мы все еще верим, что он будет. Лена, скажи, пожалуйста, меня одно интересует, что такое наша Аночка Лэм за Яночку. Я вообще не разбираю, что они говорят, если честно. Поэтому, ну, правда, ну что такое Лэм за Яночку? Это очень смешно.
вам парада. А нормально? А рубашка с узким тканью? Саксофоны на наименьшему, на наивысшему, Аким Кинцендык. Лена Демченко на белом саксофоне. Даниил Барюк на белом саксофоне. Озера Дарина, аль саксофон. Володимир Шемяка, белом саксофоне. И Дни Алзор, Анна Ирошина. Ми щиро дякуємо вам за увагу, дякуємо, що ви з нами. Ми чекаємо наступні зустрічі з вами. Веселий свят, гарного настрою і приємного вечора.
Всем привет! Концерт, как вы могли понять, уже закончился. Как тебе концерт? Концерт очень классный, мне понравилось. Немного переживал, но все здорово. Ну, ты справился. Да. Папа, папа. Изи, топчик. Да, окей. Ладно, спасибо. Миша, как тебе концерт? Тебе понравилось? Концерт, я его не чув. Супер. Та ні, приємно все смак. Всі постарались подивитися. Всім велике дякую. Всі, хто постарався. Велике дякую. Я потім ставлю фрагмент і покажу, що Міша робив на сцені. Ми щиро дякуємо вам за увагу. Він просто стояв і слушав. І нічого не робив, да, Міша? Главное, не навредить. Ну да, первое правило дирижера, не мешай оркестру. В общем, концерт прошел прекрасно. Все уже разошлись практически. Костя, тебе как концерт? Тебе понравилось? Это, конечно, удивительное было. Удивительный ветер просто. Да, особенно когда мы в конце одели шапочки. Я его не буду. Опа, Иван, вот ты и нашелся. Да. Как тебе концерт? Супер, мои поздравления за шикарное соло. Ой. И мне, я говорю, мне поздравления. А! Знаешь, что так нельзя делать. А я потом при монтаже послушаю, что ты сказал. Мне кажется, что ты сказал... Мои поздравления. Мои. Шикарное слово. Ладно, у меня уже садится аккумулятор. Я всем благодарю за просмотр этого видео. Ставьте лайки, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всех люблю и до скорой встречи в следующем видео. Всем пока. Всем пока. Пока! Вандор.